Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с мышками Logitech M705 и M720. А более конкретно, то есть вот у нас есть две мышки, справа и слева. Слева новый вариант изготовления, справа старый вариант исполнения. Слева новый вариант исполнения был на моем канале, все желающие могут ознакомиться. И есть мышка Logitech M720, для которых, в том числе этих, предназначен чехол для хранения либо переноски, транспортировки, кому как необходимо, а именно чехольчик жесткий, который представлен на данный момент у вас перед глазами в центре. То есть я представлял посылка, как обычно, приходит у нас в сером пакете до пункта получения, и в результате мы, чтобы не закрашивать адреса и так далее, вот что имеем внутри. Давайте сейчас распакуем, посмотрим. То есть я представляю чехольчик, помещаются мышки внутрь этого чехла, в том числе новые, в том числе и старые. Хотя, по сути, они одинакового размера. Но все же проверим. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, начинаем распаковывать и смотреть, что находится внутри. Вот такой чехол, здесь есть ремешок на карабинчике, благодаря которому можно успешно все это носить на руке, либо легче будет доставать. Если вам не нужно, можно, соответственно, убрать. Вот у нас внутренний, нижняя часть и верхняя часть. Здесь есть выступ для того, чтобы помещалось колесико. Открываем, здесь внутри находится бархатный материал. Для того, чтобы у вас все успешно хранилось и находилось внутри этого чехла. И давайте посмотрим, как размещается мышка M720. Специально пред ней предназначена, а мы посмотрим M705, потому что по размеру они практически одинаковые. Есть там отличительные особенности на несколько миллиметров, но это не столь существенно. Мышка укладывается и закрывается. Он жесткий, непроминаемый. У вас мышка, то есть ничего там не болтается так сильно. Все зафиксировано внутри чехла. И второй вариант, новый. То же самое. Отлично размещается. Закрывается. Все плотненько. Но она там шевелится, но не так, чтобы переворачивалась и каталась внутри. Вот такой вот вариант у нас чехла, который предназначен для двух типов мыши. Это мышка Logitech M705 и M720. В данный момент я вам продемонстрировал, как мышки двух вариантов, имеется в виду новые и старые, размещаются в этом чехле, а именно Logitech M705. Я вам продемонстрировал возможности чехла, как туда размещаются мышки Logitech. Кстати, данные чехлы есть и для других вариантов премиальных мышек Logitech. Можете посмотреть ссылки на данный вид чехлов. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Результаты предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.